Дорогие друзья, у нас в гостях Михаил Бондаренко, артист оригинального жанра и еще один артист оригинального жанра, Ольга Евстигнеева. Здравствуйте. Доброе утро. Дайте нам микрофон, Руслан, пожалуйста. Да, конечно. Поговорить хотелось бы с нашими гостями. Итак, эта штука называется «Колесо Сира». Да. Да. И однажды мы в нашей программе уже с ним знакомились, с этим колесом. Но вот, Михаил, расскажите, пожалуйста, в таких ограниченных пространствах, как у нас, в чем сложность управления вот этим устройством? Здравствуйте, доброе утро еще раз. Так, ну в ограниченном пространстве для того, чтобы крутиться, надо очень много заниматься. Но заниматься могут все, каждый. Вот, поэтому... Ну, от какого-то определенного возраста. Сейчас Ольга нам все расскажет, она подготовилась. Да, вы пока будете восстанавливать дыхание, а Ольга будет рассказывать. Ольга, расскажите нам, пожалуйста. Вообще, колесо Сира в России у нас, конечно, еще не очень распространенный жанр, то есть он только в цирке. А в Европе уже где-то с середины 20 века это стало фитнес-направлением. Даже так? Да, например, в Германии, но даже в обычных школах на уроках физкультуры преподавалось. Сколько? Я представляю, 30 детей. Это какой должен быть зал, чтобы они все... Да-да-да, прям огромный зал, как вот в нашей школе. На физкультуре. Но если это фитнес-направление, вот сейчас вы покрутились, какие группы мышц вот больше всего ощущаются? Все, поверьте мне, все. Но в основном это руки, плечевой, значит, отдел и спина. Спина, конечно. То есть, когда вы вот в таком положении, когда вы крутились почти... Да, называется монеточка. Монеточка. То есть, там это практически как в планке стоять, да? Да. Понятно. Так можно в планке стоять, зачем ты? Можно ли им вообще, получается ли управлять этим колесом, когда оно крутится, или оно закрутилось и все, ты отдаешься... Нет, это вот в том-то и дело, что на самом деле, то есть ты тренируешься, чтобы именно ты управлял колесом. Не оно тебя, да, куда тебя потащило туда и поехало. Стены бы снесли, если бы не могли. А именно ты сам, и это, очень хорошо развивается баланс, ощущение себя в пространстве. Некоторые, кто первый раз смотрят, даже говорят: о, космонавт. Ольга, а учат в Красноярске управлению колесом Сира или нет? Вот мы как раз приехали в Красноярск и начинаем преподавать это направление новое у нас в России. То есть в Красноярске мы первые. Вот, и мы целенаправленно теперь развиваем его именно как фитнес. То есть можно, теперь можно красноярцам заниматься фитнесом, вот так вот, делая монеточку. Эффектно заниматься. Да. Тратить монеточку и делать монеточку. А вы сами давно занимаетесь? Уже лет 9? 3 года. То есть за 3 года можно уже мощно, круто. Да, на самом деле, вот, чтобы научиться просто вращаться, называется вальсовый шаг, основные базовые движения, достаточно примерно 6 занятий по часу. И... Классно, спасибо. А дальше уже надо, как бы... Надо идти и заниматься. Да, надо просто начать. Вы посмотрели, как это выглядит вообще круто? Вот когда у вас будут такие видосики в Инстаграме, когда вы научитесь управлять колесом Сира, ТикТок можно. Вот тогда уже, возможно, вы взглянете на такой инвентарь, как колесо Сира, совсем иначе. Михаил Бондаренко, Ольга Евстигнеева, артисты оригинального жанра, которые теперь еще и учат вот такому направлению, как колесо Сира. Спасибо вам огромное. Мы продолжаем программу.